Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала под названием «Свадебный марш». В центре сюжета Ирина – целеустремленная, уверенная, решительная женщина. Она занимается организацией праздников и разного рода торжеств. У Ирины есть поклонник – врач скорой помощи Олег. Но она не планирует в ближайшее время создавать с ним семью. Однажды главная героиня узнает, что ее отец серьезно болен и нужна крупная сумма денег на его лечение. Ирина берет выгодный заказ организовать свадьбу дочери крупного бизнесмена Юлианы Золотовой. Женщина легко бы справилась с поставленной задачей, если бы не узнала, за кого именно выходит замуж богатая наследница. Избранником Юлианы стал адвокат Роман Поспелов. Когда-то Ирина была беременна от Романа и уже был назначен день свадьбы, но обстоятельства разлучили влюбленных. Главные роли в картине исполнили Анна Михайловская, Евгений Шириков, Дмитрий Блажко, Екатерина Семенова и другие. Посмотреть с первой по четвертую серии сериала «Свадебный марш» вы сможете уже 28 мая на телеканале «Россия-1». Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.